Активно ведется строительство в городе-герое Керчи. По улице Рыбаков возводится 4-этажный дом для переселенцев из микрорайона Нижняя Цементная Слободка, чьи дома не попали в зону отселения в 2017 году. Этот район ближе всего располагался к охранной зоне Крымского моста, трассе Таврида и железнодорожным путям. Новый дом площадью более 900 квадратных метров рассчитан на 48 квартир. Его строительство началось в августе. Окончание работ запланировано на конец мая 2021 года. По завершению основных работ заключительным этапом будет благоустройство прилегающей территории, установка детских площадок и парковок. На данный момент выполнены работы до нулевого этапа. Ведутся наличие стен первого этажа, плиты перекрытия первого этажа. Работы ведутся в соответствии с графиком. На стройке присутствуют технадзоры, ежедневно проверяют у нас армирование и все потекущие работы. Параллельно в августе в районе Марат-1 началось строительство новой школы на 800 мест для учащихся гимназии номер 2 имени Короленко. Для образовательного учреждения отведена площадь 4 гектара. Здесь строители проведут большой объем работы, результатом которой станет современный школьный комплекс для всестороннего обучения детей. Он будет включать основной корпус общеобразовательной школы, спортивный зал и отдельный комплекс для физического воспитания детей. Мы завершаем работы нулевого цикла, приступаем к работам по устройству перекрытия первого этажа. В данное время производятся работы по устройству пола блока номер 1. Когда каркас железобетонный будет готов, начнется заполнение устройства стен. Ну и дальше все остальное. Окна, перегородки. Учеников второй гимназии переселили еще в 2017 году. Историческое здание признали аварийным. Власти приняли решение провести в нем реконструкцию и в дальнейшем открыть музей. Строительство новой школы продлится до июня 2022 года. И в сентябре она откроет двери, чтобы начать учебный процесс. Эльвина Зарипова, служба новостей, ИТВ.